Привет, друзья! Привет, привет. Сегодня 2 ноября. Что-то я туплю. И погода выдалась замечательная. Вчера полдня лил дождь. И в Днепропетровской области, ну в Днепре в частности. И тут, как мы видим, при въезде в лес, тут это в Орлике. При въезде в лес много луж, глубоких. Сейчас попытаем удачу в поиске маслят и беляшей. Ну вот уже который пестрый зонтик встречается. Катя в том году делала очень вкусную икру из них. Красавец уже раскрылся. Одинокий стоит здесь. То их можно брать не раскрытыми на икру. Какая разница, какой там покрутится. Вот уже пол корзины зонтов. Катя нашла масленочек. Смотри, кто-то срезал. Ага, это совсем еще свеженький. В общем, пока я недалеко от автомобиля, нужно их выложить. Ну вот. В общем, один раз вкусил эту икорочку. Я больше не позволю себе оставить в лесу такое добро. Фишка в том, что эту икру, разложив по баночкам, можно поместить в морозилку. И она совсем не портится. И вкус нисколько не страдает. Аж не верится. Вчера была такая серая погода. А сегодня все залито лучами солнца. И лес такой влажный, свежий. Наконец-то дождики пошли. Даже мухоморчики повылазили. Я уж думал, все. Друзья, первый беляшек. Оно. Да, пусть небольшой. Но зато беляшек. Видишь? Длинноногий. Малошляпный, но длинноногий. Нормально. Так, обратите внимание, под старой сосной вот эти раскинулись ветви, и они как будто прикрывают с той стороны. Вон там он вылез. Катя рядышком нашла. О, так ты уже масляточек поднашла. А вот еще нет? Еще нет. Нет. И Максим даже одного нашел. Одного? Маленького. И где он? Того, значит. Я хотела его не брать, а он сказал, убери. Правильно, надо брать все. Пока дают. Что там я? Смотри. И я ж прошел, чуть не стал. Да. Видишь, как это просто. Смотри, какой мой экземплярчик. Ага. Размерчик. А вот, смотри. Да ё-моё. Что за... Смотри. Ты долго будешь мне нервы трепать? Алло. Надо уходить. Чтобы сохранить свое психическое здоровье, пришлось от них удалиться. Катя! Кать! О, ну, недалеко. Тут видно, как высажены сосны.
А я думал, что тут дикий лес. Ну, местами, видимо, высажены. Такой более молодой соснячок. Старый лес, там они в хаотичном порядке растут. Посмотрите, Катя сзади осталась. Мы немножко стали удаляться вглубь. Но оказывается, это не глупо, окраина леса. Видите, автомобиль стоит. Я узнал местечко с высоким папоротником. Вон он уже стоит коричневый. И хотел туда приблизиться, поснимать вам. Необычное место такое. И по пути увидел голову. Голову беляша. Большую. Ну как большую? На сегодня это самая большая. Интересно, что людей там много вокруг. А он на открытом месте. Такой высокий. Катя все больше специализируется по маленьким грибам. А на моем канале вы можете увидеть таких красавцев. Угу. Вот когда мы идем против солнца, оно же не видно ничего. Поэтому нужно грибы искать по солнцу, наверное. Но у нас так не получается. Будем щуриться. А вот и папоротник. Максимка, а ну пробегись туда, чтобы видно было, какой он высоты. Ну, он ростом с Максима. А Максим у нас более чем 1.5 метра. 1.40 м? Угу. А, извините, 1.40 м. Ну, а папоротник 1.5. Даже зеленый там еще стоит. Вот такие джунгли. Вокруг вот этого пятака с папоротником зонтики повырастали. Хорошие размеры. Ну давай его ко мне положим, Максим. Одну шляпку вот так отламывай. Чик. Давай я обрежу. Давай, чтоб там этот шпычак не торчал. Не, переверни. Вот так. Держи спіднизу. На себе різати не можна. Ну що поробиш? Клади. Ми будемо. Пластинками вниз. Ой. Вниз. Пластинками. Угу. Ото. А по ту сторону папоротника что-то типа болотца. Может быть, стоит пойти и проверить на наличие подосиков, а? Как считаешь? Угу. Кать, мы пойдем проверим болотце. Ну так, краешек, потому что я подозреваю, его не обойти быстро. Ух ты, олень! Смотрите, друзья, олень побежал. И у него... эти лианы запутались в рогах. Ты видел? Да. Класс. Класс. Так близко стоял. Камера же она чуть-чуть удаляет. О. Что? Такие большие. Мне кажется, они похожи на эти. Нагрудники принцессы Ксены. Воительницы. Да? Ты знаешь, кто это? Нет. Какие доспехи. О, а вон еще один. 3-го размера.
Ой, ё-моё, хрупкий, зараза. Но вкусный. О, смотри, какой большой Максим. Тарелёка прям. Они зачастую тоже бывают червивые. Надо смотреть. Короче, тут столько зонтов, что сюда нужно подъезжать автомобилем и просто брать их сразу в багажник складывать. Вон там, я уже не хочу просто подходить близко. Пойдем мы, наверное, все-таки смотреть беляшей. Видите? Да и Катя где-то отстала. А тут, видите, зверье кругом. Я уже за нее переживать начал. Катя! Вот, нужно просто отметить эту точку и подъехать в конце грибалки. Тазантов поднагрузить. А то что ж я сейчас корзину забью и буду ловить. Гигантский. Смотри, Максим. Таких принцесс не бывает. Да? Это больше похоже на шляпу китайскую, соломенную. Или вьетнамскую. Подруги. Максимка, то, наверное, не олень, то, наверное, косуля. Козочка дикая. То я просто, ну, от волнения. Мне кажется, олень. Да? Но ну, косуля, посмотрим. Просто у нее, по-моему, рога другие. Посмотрим книжки. А это больше похоже на котеку. Посмотрите в интернете, что это такое. Котека. Короче, есть племя, которое вместо трусов мужской пол носит котеки на орган. А он кто-то вывалил грибочки. Что-то ему не подошло. Я, честно признаюсь, такие тоже не беру. Там какие-то свинушечки. Смотри, Максик, зонтичный рай. Мы сейчас здесь. Зонтик, зонтик, зонтик. За наши благие дела попали сюда. Зонтик, 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 зонтик. Да, тут точно с голоду не помрешь. И еще зонтик. Так. Ну что, красота. Лесотерапия. А то такие нервы на работе. Тут приезжаешь, вообще отвлекаешься от всего. А наши предки так и жили, да? Постоянно, ну, большую часть времени на природе. Так, а за ними отдельно надо подъехать. Ну что ж я натарю сейчас полную корзину. А в пакетике они мнутся, они очень хрупенькие. Да. Или ты предлагаешь их в пакете сразу перебить на икру? Уже готовую довести. Вот они, эти шарики. Нераскрытые зонтики. Помнишь, я тебе говорил, гриб называется княгиня? Ну, зеленуха, рядовка зеленая вот. Вылезла. Мы пока эти грибочки хрустящие брать не будем. Так, беляшей пока не встречаю, но зато встретил родственника его дальнего. Появился уже польский. Какой блестящий. Мой первый масленочек. Масленок, еще один. И тут еще три. Ага. Ну так складывай, бери себе. А, у тебя ножичка нету, наверное, да, Максим? Забыли. Да. Ну давай тебе поскладывай. Один еще крупный. И тут еще. А, эти еще маленькие. Угу. Все. Мам, что ты пришла сюда? Мирофор. Гигрики? Гигрик.
все спешит повылазить, да? Да. Смотри. Уже и гигрики появились. Угу. Поздние. Да, так уже все прям. И рядовки какие хочешь. Да, то не было ничего. Ну, немного, но есть. Да. О, вон, кто это? А это серая рядовка. Участок леса с густо растущими соснами сменился такой полянкой. Посмотрите, здесь ковер из упавших иголочек. А здесь ковер зеленый из мха. И на нем много маслят. Наконец-то. Полюбуйтесь. Вот они блестят. Скользкие шляпки. Приступим же к резне. А Катя только недавно журилась, что не закрыла еще ни одной баночки. Так, может быть, потихоньку и поднасобираем. Дай бог, мороз сразу не придавит. Еще поездим. Вот, прекрасно подлохматились на этом месте. Идем же дальше. Уютное местечко, еще зеленый папоротник. Почему бы здесь не вырасти беляшу? Ну почему? Судьба такая. Судьба, да, нету. Полюбуйся, какой большой блестящий масленок. Да? Большой. Вот такое более открытое место они любят. Сосен здесь нету, лишь вокруг. Как же хорошо видно маслята после дождика. Блестят издалека прям. Особенно, когда после дождика солнышко. Да, Максик? Угу. Чистенькие все. Прекрасная пора. Без червей. А вот еще один. Вот, вот интересно, один. Вот это-то мы понимаем, это маслята. А еще и вот. А вот это? Что это, Максим? Это поляки. Поляки, да. Срывай тут. Видишь, мы еще сегодня встретили поляки. Почему-то маслята хочется срезать по привычке. Да, а полячки срывать. Максик, а какие сегодня грибы мы повстречали? Белые, гигрохоры, масленки. Маслята. Маслята, поляки. Ага. Зеленуху. Да. И зонтики. Правильно. Гигрохоры называл? Угу. Вот это что у вас? Маслят. Правильно. Маслятов тебе. Сними у него со шляпки.
На, мальчик. Красавчик какой. Такую красоту не пройти. Мимо, да? Они тонконогенькие. Ничего, давай тебе положим. Угу. Поснимай с них листочки, Максим. Максимка-то сам любит грибы собирать, да? А кушать их не любит. Никогда не пробовал, да? Секрет. Никогда не пробовал? Нет вообще. А ну детям и нельзя. А вообще он очень избирателен в еде. Угу. Мясо не кушает. Мы уже там старались его как-нибудь обдурить. Типа пюрешку перебивали с мясом блендером. Обдурить. Но он все чувствует. А, рубленые котлеты из филешки куриной кушает, да? Ну, тоже очень туго заходят. Можно сказать, заталкиваем кулаком. Нет, нормально. Наггетсы. Наггетсы, да. Наггетсы, да, еще можно. Когда ехали на тренировку, он съел вот такой кусочек мяса с свиньями. Потому что я ему пообещала мороженое. Ну да. С хлебом. Наверное, мотивировать надо. Ага. Да я в детстве тоже мясо не любил. Да и мне тут что-то не нравится. Давай, наверное, туда. Я думал, то болотце, а то... Ну, оно как болотце, но там... Не те деревья растут, которые я люблю. Не тот биотоп. Хотя есть и осины. Но вот это бузина или что-то такое все портит. Много зонтов торчит. Идем же в красивый лес. Очередная большая полянка. И только лишь один масленок на ней. Но большой тоже. Угу. Угу. Грибов не то, что нету. Они есть, но не так много, как хотелось бы. А теперь, друзья, внимание. Совершенно случайно. Максим даже еще не знает, о чем я говорю. Совершенно случайно я увидел вот эту вот колер упряженного молока шляпку. Но я уже на 99% уверен, что это беляшек. А теперь и на все 100. Еще и толстоногий. Все как положено. Класс, бочоночек. Катюша. Мне вот нравится, такой вот. Ножка. Ножка, да, больше, чем шляпка. Толстячок. Ой. Гиграфорчики и я нашел сегодня. А тут еще? Да, гриб сластена. Ой, и Максим еще встал на один. Ну да ничего. Это кто-то сбил, наверное. Гигрики мои любимые. Сладенькие грибочки. Ну их тоже надо проверять, чтобы они были не червивые. А, я еще и корзину прям на него поставил. Смотри, сколько гиграфор, Катя. Трави? Да. Видишь? О. Ой. Уберите. Не стесняйтесь. Сейчас красоту вам покажу. Неписаную. Бочоночек вылез. Мне кажется, что он червивый. Думаю, нет. Он очень тверденький. Но почему же он один? Мы ведь встретили оленя. Где же наша удача? Вот это? Ну да. И вот это. И корзина. Угу. Ну, смотри здесь внимательно, Максимчик. Красотинушка.
Кто-то мама там кричит, беги сюда, ты уже бежишь? Да, бегу. Ну давай, беги вперед. А ты прикрываешь? Быстрее, что там? Не знаю, что там? Наверное. Я думаю, что это хорошее. Ибо голос был радостный и взволнованный. Толстый беляш. Там толстый беляш? Мои ставки такие. Вешенка? Максим, в твоем лексиконе появился новый гриб. Не, ну, может, это вешенки, да какие шикарные, ядрит Мадрид. Боже, это ж скарб. Це скарб, да. Перед собою. Прикинь, никогда мы не находили вешенки. Ну что, я когда-то находил. Нет, ну так я не находила. Супер, крутые никогда. Грибы. Да? Вкусные, особенно дикие вешенки вообще. Хорошо, а как их срезать? Под корень? Ну да. Они как цветы. Вообще. Они как кораллы морские. Это точно. А я хочу сфоткать их. Ты что, я такого никогда не видела? Вообще не видела. В диких условиях. Как они называются? Вешенки. А это трутовички. А я так мечтала вешенку найти. Ну вот. Мечта, а мы сегодня встретили оленя, вот твоя мечта и сбылась. А при чем тут олень? Ну он же, к счастью, к удаче. А, да? Ну да. В общем, я уже на выходе на полянку обнаружил бугорочек. А в бугорочке беляшек еще маленький. Ну так, с большой палец. Но радостно найти все равно, да? Беленький. Гиграфорчики опять повстречались. Вот по два. Видишь, парами. Собираем, Максимчик. Гигрики. Мы их с вешенками пожарим. Крупенькие. Короче говоря, если вы знаете грибы что-то еще, кроме маслят и белых, то вы с пустыми руками не уйдете из леса. Напали на полянку маслятную. А их тут видимо-невидимо. И там вон и большие, и небольшие. О, у Кати уже вываливается. Реально? Угу. О, такие прям крепкие ножки. А, и вот еще. Ну давай Максиму поскладываем. Давай. И вот это тоже. А то я хожу одни пенечки, смотрю. Ну, видимо, прошли грибнички. Вот, все-таки повстречали мы оленя. И повстречали мы полянку давай, нетронутую. Давай быстрее. Халява. Раздача масленков. Маслят, а не масленков. 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 Маслячков. А я смотрю, в интернете люди выставляют ящиками эти маслята. Мы просто приехали, это... Лес не маслятный, это более такой для беляшей лес, орлики. Ну хотя тут есть и молоденький лес. Мы туда не дошли, нас что-то сразу в старый лес. Старый лес нас манит по старой памяти. Мы же любим беляши. Но сегодня мы любим все. Еще два. Ого, большие. Это не два, это один. Это он один такой большой. Давай. Нам уже нет, в принципе. Оп. Вау. Вот это да. Красивый. Это напалый. Хорошо подлохматились. Вот такой островок березовый здесь среди хвойного леса. И Максимка спустился. Что ты нашел? Белый побил. Нет. А, вот.
Это же под березой. Под березой. Держи. Сейчас мы его вот второй, смотри, рядышком. Есть. О, какие разнообразные грибы. Они красивые, кстати. Сейчас следа. Пойди нам, пусть мама тебя обрежет. В этой серой листве их и не видно сразу. Я все надеюсь найти еще подосиновика для полного счастья. Спускаюсь в такие вот ямы. Ложные опята, наверное, да? Так красиво расположились на упавшем дереве. Вдруг повезет. Эх, жаль, не встретил подосик. Ну, зато вот в болоте так неожиданно маслята на длинных ножках. Вон какой длинноногий. С юбочкой. Сколько, Катюша, мы уже ходим? Часов 5. Мы ходим. Вот сколько мы приехали? 7. С полвосьмого? 7. Да, где-то. Полвосьмого. Сейчас полдвенадцатого. Полдевятого, полдесятого, полодиннадцатого, полдвенадцатого. 4 часа. 4 часа. Ну, вот так вот мы подсобрали. Сейчас мы отдельно еще ездим. Возьмем зонтиков. Ну, это вообще красота. Кораллы. Там все. Все-все разное. Вот даже под березовики встретили. Максим остался в машине, а мы вот в папоротники вернулись за зонтиками. Вот тут вот стояла козочка. Паслась. Может, даже зонтиками лакомилась. Ну, смотри, какая-то реляка. Не, ну, может и не надо. Так какая разница? На икру, мне кажется. Лишь бы не червивый был. А ну, Катюш, держи его. А ну, а можно его как-то? Чистенький вроде. Угу. Кладем. А там их видимо-невидимо. Это я прямо папоротник залез. Все усложняется тем, что Катя на работу надо спешить. Такая вот грибалочка. Ограниченная во времени. Но мы все равно успеем подлохматиться, да, Катя? А может там оборвать? Мне кажется, он нечистый. Ну, зонтик пестрый, зонтик темнеющий, чи синеющий. Там один у нас был, но он по большей части синел там, где черви. Да такие это уже разлага. Зонтик разлагающийся. Нет. А. Ты не малый кричал там? А, то дерево там скрипит. Хороший? Да. Сейчас мы мясо наберем. Он еще. О! Кать! Зонтичная грибалочка в конце обычной. Это как десерт. Самая грязная работа. Ну, я занят съемками. Червивый. Видите, не все они. Бывают даже, кстати, не раскрытые, но уже червивые. Не пойму. А ну посмотрите, зрители, хороший ли он там.
По-моему, там одна червоточинка есть. Ну ничего. Ты знаешь, говорят, с крупой мы сжираем килограмм насекомых в год. Не помню во сколько времени. Ой, это не, это все. Так, там еще надо посмотреть. Обратите внимание, они не все одинаковые. Есть потемнее, посветлее, попестрее. Гляньте, какой праздничный, да? И такой цвет аппетитный, шоколадный. Катюшка, помоги. Не могу купол ему снять. Откручивать его надо. Да, откручивать, тогда не видно червей. Видно. Нет. Не выглядывают, не машут, значит нету. Вон их. Ага, о. Красота. А вот, кстати, рыжик. Вроде бы, не знаю. А, не. Это что-то уже... Что-то пропало. Чистейший. О, мед. Давай. Вон. Ну, это так, чисто. Прийти урожай собрать, да? Никто не хочет... Тут, кстати, автомобили вокруг нас стоят, и там, ну, люди как-то равнодушны к ним. Я, в общем, вспомнил, как Катя готовит эту икру. Это не икра, а что это, Катя? Просто, короче, мы их я во фритюре. Она уже говорила. Во фритюре она просто окунает. А ты их режешь потом? Нет, я же их потом это... перемалываю блендером, но не сильно мел, чтобы были волокна такие, как будто мясо. И, вот. И куда? И в банку, да? Да? А лучок не добавляешь? Нет, это потом. Ну, потом уже, да? Когда вы уже захотите, там, зимой или когда откроете баночку, можете с лучком еще разжарить, да? Да. Но такая вкуснотень. Пальчики оближешь. Как мой батя говорит, даже на ногах. Ну тут я не понимаю. Да пойдет. О, какие вон стоят. Мулаты. Да? Ну, я поснимаю, а ты позанимайся. Боже мой, лягушка. Ой. Ой. Кать. Видно? Напугала меня. Подожди, зачем мне нож? Держу, нож стоит. Ну, нога такая увесистая, как булава, гля. Убить можно. Так глянь, села и сидит. Такая сидит, она и у уходит. Себя дома. Хорош. Да жалко, блин, столько добра пропадет, да? Угу. Червивый, хороший. Хорош. Так, ну что? Совсем уж не раскручивать, не будем брать маленькие. Да. Идем дальше? Да. Ну вот, друзья мои, и результат. Это все зонтики. Шампиньоновые грибочки. Очень ценные. Зря их многие недооценивают. Вкусные. Пипец. Главное не набрать этой лепиоты. Но она низкая. Посмотрите в интернете, чем они отличаются. Крайне ядовитый гриб. Ну вот на этом мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий.
Это очень важно для меня. Всем пока. Пока. Пока.